Всем привет, друзья! С вами Малдер, у нас Duke Nukem Forever. Мы приехали в какую-то пустынный город, что ли, в какой-то, что-то такое было сказано. Ни хера не знаю, куда тут ехать, но сейчас мы, я думаю, с вами разберемся. То есть тут уж не думаю, что много дорог-то. О, там дом, блядь, гляди-ка. Это не дом. Это, блядь, не дом, это трамплин. Ох ты ж, ебит твою налево. Чего, куда я тут приехал? Хуя знает, опять же. Не знаю, но тут, наверное, опять нам надо жахнуть. И мы перелетели, сука, куда-то. Куда-то перелетели. Пустынный город, блядь. Вот, это и весь город, что ли, блядь? Сортир, блядь. Ах ты ж, блядь, ты гляди-ка нахуй. А я могу сбить? Я могу сбить, отлично. Это пустынный город, да? Какое-то говно, блядь, тут сыпется. А где народ-то, блядь? Где жители-то? Свинины-то вот эти вот ходячие. А нахуй. А мы сейчас вот так вот сделаем, развернемся. С ручничком. Со всеми делами. Я его не ебнул. И этого не задел. Давай, поворачивай. Отлично. Ай, вашу мать. Так. Стоп. Нам куда надо-то, блядь? Сюда, что ли? Вот где источник? Так он недалеко, вроде как бы. Ну-ка, на двух колесах херачу, блядь. Просто профи. Че это такое? Что это, блядь, за бункер? Там Сидорыч сидит, что ли, блядь? Сука, подожди-ка. Эй, ну-ка, так вылазь. Глянем, что это такое. Что за фонарики, ну? Зачем они здесь? Что за ебаный в рот, нахуй? Что за подъебка такая была сейчас со стороны разработчиков? Ну-ка, подожди. Ну, нам по-любому туда надо. Дай-ка мы сейчас вот тут. Так, а вы что такое? Свинки, блядь. Зовите меня Франкенштейн. Свинки, блядь, купаются. Погоди-ка. Там трактор, блядь. А в трактор можно залезть, нахуй? Я вот сейчас на тракторе ебану. Блядь, нельзя, нахуй. Твою ж мать, а? А так хотелось. Ладно, поехали сейчас мы к этому источнику. Наверняка нам туда и надо. А других-то местов. Местов-то я что-то и не знаю. Так, домушка разрушена. Домушка разрушена. Мельница тоже. Что там написано? Danger, да? Danger. У меня вопрос, блядь, а как я туда доехал? Вот это здесь можно заехать? Ясен хер, блядь. Я... Все, поехали вот на эту хренотень. Здесь что? Здесь у нас... Давай, давай, ты чего, блядь? Я думал, эй, я думал, ты заедешь. Сейчас заедем к газику. Во! Сука, даже газик не помогает. Ну давай, 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 блядь. Ну, сука, что за... Что за хуйня? Сейчас по-другому сделаем. Вообще просто по-другому. Кардинально, блядь, поменяем нашу тактику. Поехали. Да как так-то, блядь? Нельзя, что ли, туда? Почему? Да ебать тот рот, нахуй. Ты гляди-ка, нельзя, походу. Надо объезжать, что ли, тогда? Выходит так? А как иначе? Здесь нет нихуя. Твою ж мать, а? Как-то надо куда-то перепрыгнуть. Там надпись была Danger, типа, да? А может, действительно, может, и надо там было пиздануть-то? Так. Вот. Ага, стой, стой, стой. Наверное... Все правильно, мне туда и надо. Надо разогнаться. И вот на этом пригорке поддать газику. И все, мы прилетим, наверное. Ну-ка, поехали. Так, толчки. Подшибали, отлично. Ну, ой, блядь. Плохая идея была, наверное. Сука. Там дамба, блядь, между прочим, я видел. Кусочек дамбы. Я не понимаю, блядь, куда ехать. Вот честно скажу. Не знаю просто-напросто.
А, погоди-ка, блядь. Так это, сука, трамплин. Ёб твою мать, это не домик, нахуй. Там только крыша, что ли. Ну-ка, поехали. Это трамплин же. Сук, да как на? Да ладно. Ну-ка, стоять. Надо разогнаться, наверное, побольше. И тогда все получится у нас. У нас просто обязано получиться. Ну-ка, давай. Вот. Вот, отлично. Главное, никого не появляется из злодеев. А это навевает на мысль, что мы едем неправильно. Ай! Так, ладно, хуй с ним. Вот, дорога, блядь, нашли, сука, нашли, я же говорил, найдем, все. Какая-то дорожка появилась. Сейчас все будет, и мы вернулись обратно. Эх ты ж твою мать, ну-ка, подождите. И мы вернулись обратно, а это что такое тут тогда же? Так, ух, блядь, надо было херануть, сука. Сейчас разгоним, сейчас объедем. Я потому что там уже, наверное, не заеду. И мы как разгонимся только, блядь, и перелетим этот гребаный овраг. Там дамба. Ну, по-любому нам на эту дамбу надо. Вот чувствую, блядь. Там ж тем более нам сказали в задании, типа, на дамбу надо, чувак. Мужик, блядь. Отлично. Мост какой-то. Ага. Тут что-то, блядь. Так, стоп. Тут нам сюда нам нельзя. Блядь, шея болит, нахуй. Ой. На мост. Вот, наконец-то. Наконец-то злодеи теперь будут появляться. Это что за ебаный рот? Ага, я понял. Раз, нахуяк. Да это твою мать, опять бензин кончился. Что-то, блядь, с бензином проблемы, нахуй. У меня 98 пулек всего. Какой, блядь, бензин? А бензин нам по-любому нужен. Музычка такая, блядь. Кантри заиграла. Кто тут? Свинья. Я твоя ягодка. Отлично. Свинью ёбнули. Где-то еще. Где-то еще по-любому. Что такое? Ага, о! Отлично. 200 патронов. Ну, хотя бы так. Где? Я слышу тебя. Что? Ах ты, сука. Ах ты, тварь, блядь. Где еще? С РПГшкой где-то. Или просто с... Вон она. С гранатами. В салуне. Салун. Как салун называется? Red... Где? Ни хера, блядь, не попадаешь. Так, молодец. Не вижу. Гранату вижу. Ну иди сюда, сука, вон она. Замочали. Хрюшку. Вон еще одна прибежала. Блядь, не одна, две. А я думал, взрывается эта хуйня-то. Ты что делаешь? Ну-ка, казнить. Есть, казнили. Ай-яй-яй-яй-яй. Тоже готов. Где еще один? Вон еще один. Сдох, казнить. Отлично. Дробовик, блядь. Так, у меня что второе оружие-то какое? Блядь, дайте я дробовик возьму. Бери, ты что? Где? Не вижу. Вон, наверху, вижу. Блядь, дверь не открывается. Какого хуя? Не попал? Да хватит, блядь, бегать. Все, готов. Я со свиньями не ебать. Правильно. Правильно, где-то еще одна. Где-то еще одна хрюкалка. А где? Так, стоять на крыше, блядь, еще одного рот. Нет, да, блядь. Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Вам же сказали, блядь, я со свиньями. Не ебусь. Сука, она где-то там херачит, блядь, это свиноматка, блядь. А где она, нах? Одна на крыше, две здесь.
вон, в амбаре, блядь. Давай, о, молодец. Пошел нахуй. Давай, второй ты, блядь, где? Сука. Вот того надо загандошить в этом амбаре. А подожди-ка. Так, отлично. Пляши вы, блядь, пляши. Неплохо. Готов. Долбитесь, достанется всем. Еще где-то, еще, вон еще один. Еще два, ебаный рот. Как вы, блядь, попадаете, ты меня интересует. Готов, ну как ходим. А подожди-ка, я вот так сейчас возьму и все. Блядь, как кривое оружие, а? Вот. Что за хуйня? Что это было? Ага. Попал? Мальчика не завалили, но заебали. Ну-ка выкидываем это. Хорош, блядь. Ты чё, да? Сука, да опять эта хуйня здоровая. Так, ну-ка нахуй. У меня есть, у меня знаешь, что есть? У меня вот это есть штука. На нахуй. Неплохо. Неплохо заработано вот сейчас вот. Надо бы найти патрушки где. И бензин. Бензин нам нужен. Иначе мы не сможем. Движение? Подождите, а тут что у нас так? Блять, тут... А, бензин, наверное... Да хорош ты, блять, подлагивать-то заебало. Бензин, наверное, в этом ангаре где-то. Вон, там канистры стоят. Вижу уже. Уже вижу. Ну-ка, погнали наверх. Это что за ебань? Использовать. Зачем? Ага. Ну-ка. Чё, блядь? Схуели. Ну, подожди. Чё? Зачем? Надо подумать. Для чего? Туда я не перепрыгну. Правильно? Правильно. Сюда? Сюда я не допрыгну. Замечательно. Просто прекрасно. Если я сделаю... А! Ну-ка, если я сделаю вот так вот. Ну-ка, хорош. Все, хорош, хорош, тихо. Прыгаем сюда. Прыгаем сюда. И чего? И нихуя. Стоп, 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 стоп. Подождите, блядь. А тут ничего у нас нету? Лестница есть. Твою ж мать. РПГшка. Это нам не надо. Еще лестница. А куда еще выше-то? А я выше не могу. Выше не могу. Хорошо. А мы сейчас подвинем ее, да и все. Правильно? Нет, это мы лестницу опустили. Ладно. Все правильно. Все правильно. Сейчас мы двигаем обратно ее. В самый конец. И перепрыгнем. Спокойно. Давай, давай, давай. Все, отпускаем. Забираемся по лестнице. Идем сюда. Идем обратно. И прыгаем. Спокойно. Блять, вниз, естественно, нахуй, а не наверх. Почему? Потому что я не разогнался, твою мать. Давай, Дюк, не тупи только сегодня, блять, а. Она еще, блядь, качается. Да что ж такое-то, твою мать, а? Блять, надо в Марио поиграть. Срочно, нахуй. Там прыжки быстро натренирую. Так. Вот. Вот. А ты сразу три канистры не можешь брать, нахуй? Мы бы сейчас взяли и все. И со спокойной совестью бы... Поехали дальше. Там, кстати, самолет летит. Это отлично. Нам надо... Ага, свиньи уже. Да вот так, блядь. Вот так. Сколько вас раз учить дураков, блядь. Свинячих. Где оно? Блядь, что-то херово видно. Ну и хуй с ним, даже трогать его не буду. Вот, пускай ебашит нахуй. Тачка. Где наша тачка? Я, честно... Вот она.
Наша тачка найдена. Такая херня жрет, блядь, непомерно. Надо было что-нибудь поменьше взять-то. А, может, мы сейчас в городе, блядь, вот тут вот. Ой-ой-ой. Может, как-нибудь мы ему... Сука, мы его никак не ёбнем, да? Ну-ка, уходи. Причем свинья-то, блядь, где-то и слева, и справа есть. Она тут не одна, по всей видимости. Готово. Где-то еще. Вон она, блядь, точно же. Смотри, смотри, смотри. Блять, вон нахуй. Так и будет висеть теперь в двери, блядь. До конца дней. Неплохо. Неплохо, я его пизданул. Я слышу же где-то две свиньи-то. Вопрос теперь в другом. Куда ехать? Ага. Понятно. Понятно. Блять, фонари-то, оказывается, бьют. А, все, уже уровень прошли. Битва на шоссе. Битва на шоссе. Где ты был так? А, в Андекавере. Там тоже была битва на шоссе. В этой ужасной части НФСа. Водичка. Или грязь, наверное, блядь, а не водичка. Говно. Сферма, точно, блядь. Ну и что тут? И где шоссе? Мельницы вижу. Плохо вижу, причем шоссе не вижу. Соси мою резинку. Я кого-то раздавил? Ох ты ж, ебаный рот. Так, шоссе. Шоссе есть. Заезд где? Заезд, я как понимаю, вот это вот, да? Нет. Но идея была хороша, блядь. Идея была неплоха. Где-то сейчас в объезд, наверное, придется ехать, блядь. За много-много километров. Ну-ка, подождите. Ага, вот, наверное, здесь где-нибудь. Нам надо запрыгивать туда или нет? Что за хуйня? Что, блядь, кто ебашит? Ах ты, сука! Все. Не сдох, что ли? Не, сдох. Ага, подожди, подожди. Это как раз. Как раз он нам тут построил трамплин. Ёбаный рот. Вот это ты мужик, просто молодец. Погнали. Раз нахуй. Вот мы на шоссе. Сука. Только бы, блядь, не перепрыгнуть. Ну нет, не перепрыгнули. Эх ты ж, блядь, ты что делаешь-то? Кто там? Ах ты чертила, блядь. А что мне с ним надо делать? Тупо уворачиваться? О, блядь, прям в монитор, нахуй. Короче, обгонили и все. Вот, там их несколько походу, да? Вон еще один едет. Так, мимо. Мимо. Давай, 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 обгоняй, блядь, дюк, нахуй. Мимо, сука, давай, ну, съебывай отсюда, блядь. Ты по зеркалам-то смотри. Хуево, стоп. Ох ты, блядь, он вперед их кидать может. Хуево, стоптанный, блядь. Ах ты, твою мать. Попал, блядь. Мимо, сука. Ах ты ж, сука, не попал, блядь. Не попал, сейчас попадет. Давай, эго, восстанавливайся уже. Ну, ну, нам чуть-чуть. Да что ж ты, блядь, будешь делать-то, скотина, блядь. Что там такое происходит? Так, мимо. Гази! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять мост кончился. Это все? Это, блядь, вся битва на шоссе? Так, ладно. Наверное, блядь, а где? Там все. Конец пути. Вроде как бы. Нам надо как-то объехать. Мы никак до этой дамбы, блядь, не доберемся. Твою же мать. Как-то объехать нам надо все это. Что за нахуй? Ты не можешь сюда заехать? Почему? Тут какой-то есть проезд. Секретный.
Или нам надо уже слезать с тачки-то? Слушай, а что-то какой-то звук, блядь, слышу, ну. Как будто что-то работает. А, подожди, а мы здесь вот сможем проехать, интересно знать? Да, блядь, а что я туплю? Ага, контрольная точка. Сволочей сейчас будут нам выкидывать. Ну, суки, блядь. Колес моих хватит на всех. Так, одна про одна уже была. Оп, уехал. Вот это... Разрушить можно? Это дробовик. Это что за камушки? Что это такое, блядь? Они, наверное, взрываются? Ага, по мне еще пиздец, вот, блядь, со звездолета, нахуй. Прекрасно. Всю жизнь мечтал. Не, вот эти вот гонки по пустыням явно рейдж напоминают, блядь. Но рейдж, правда, позже вышел гораздо, блядь. А, подожди. Рейдж вышел в 11 году. И Дюк Нюкем вышел в 11 году. Значит, в одно время. Значит, кто-то у кого-то спиздил идею. В гонках по пустыне. Битва на шоссе, часть вторая. Битва на шоссе, часть вторая. А бенз-то кончился? Великолепно. Давай, выходи, хуй ты, блядь, пошли опять искать. Там три канистры было, вот для тебя, дурака, нахуй. Три, блядь, канистры. Ты взял бы три штуки сразу. Нигде бы заправляться не пришлось. Контрольная точка. Угу. Не входить. Что-то Андерсон Майн? Эх, ты, блядь, вот это прием, нахуй. Подожди, что-то валяется. Что это? Рельсотрон. У меня что еще есть? А у меня есть уменьшитель. Да твою мать, ебаная мина, нахуй. У меня есть уменьшитель. Ну-ка. Блядь, Кирилл. Казнить. Когда окажешься в аду, скажи, что один, ты Андюха. Один долбоеб там на мине подорвался. Рельсотрон, блядь. Давай, бери, блядь. Ага, где он ебашит? А что так какой кривенький рельсотрон-то, наверное? Где еще? Вон еще. А я приближать не могу, да? Не. В голову. Он еще бежит. Да что? Почему промахиваешься, я не понимаю. Три пульки только в обойме. Сука, они так и будут бежать, интересно. Слушай, наверное. Тогда где у меня дробовичок-то? Вот он. Погнали. Не, больше не бегут. Правильно, блядь. Тоже не дураки, видимо. Думают, ну нахуй, блядь. Под пули-то лезть, блядь. Свинятка. Где-то свинятка тут. Блядь, ты чё, нахуй? Казнить. Нельзя помиловать. Еще где-то одна. Вон еще одна. На нахуй. Сколько шестиотбивных-то выйдет? Да хуя. Вот такую свинину, блядь, взял одну на шашлыки, он с друзьями поехал. Все нахуй. Неделю жрать можно, блядь. Чисто на шашлычной диете после сидеть. Передумал. О-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это было красиво, я ему в яйца-то, блядь, зарядил прям. Сюда, что ли, нам куда? Ну, по всей видимости, да. Тут даже какое-то подобие шоссе сделано. Тротуар. Местная дорога была, на местный проспект. Кому белого места? Места кому? Еще где? Вон еще один. Так. Не дух, сука. Или я промазал. Прямо в табло, блядь. Ай-яй-яй-яй. А рельсотрона нет ни у кого? Откуда? Вон он. Вижу. Но он далеко. Он далековато как-то. Мост. Пробежим его, да и все. Тык-тык-тык-тык. Ах ты, сука! Готов! А где еще один? Где с пистолетом-то? РПГшка. РПГшка. Тут что такое? За это я бы даже заплатил. Тут только гранаты, блядь. Ох ты ж, блядь. Ну-ка нахуй.
О-хо-хо-хо-хо! Погоди, главное, блядь, не перегреть его нахуй. Не сдох, что ли? Как не сдох-то? Ну! Ну в голову же! Да хрюкался, дружок! Да хрюкался, блядь! Так, спокуха, блядь, это что такое было? Это ебаный рот. Как так? Подожди-ка. Подожди-ка, блядь. Я что-то то ли съебаться не успел. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, блядь, он горит уже, нахуй. Ну-ка, давай-ка нахуй. Да что ж ты, сука, кривой-то какой, блядь, а? Ну, дюк. Ну, это, конечно, не в дюке делать. И не во мне. Просто смотрите, какой разброс, блядь, у автомата, нахуй. Пулемета, точнее. Готов. Требую хлеба к салу. Тоже готов. Где ты, ебало? Это другая, блядь, походу, да? Ой-ой-ой-ой. РПГ, блядь. Ну-ка, нахуй. Где ты? Вот, мы сейчас прятаться будем в этой штуке. Только не... Блядь ты, ёб твою мать, то хотел сказать. Только не в дерево, нахуй. Получите. Сдох, что ли? Да хер там, блядь. Мне надо где-то патронов искать. Тут нету? Круто. А тут нету. Огонек есть, и он меня ждет, между прочим. А, сука, у меня уменьшитель только, да? Прекрасно. А, бля, ящик с патронами, нахуй. Вот же он. Давай, бери. Отлично. Просто отлично, блядь. Так. Попал, не попал? Да вроде попал. Да хуй её знает, нахуй. Попал или не попал? Вроде попал. Ага, ну горит, блядь, значит попал. Что за нахуй? Заходи, ёбаный трот, нахуй. Чуть не сдох, блядь. Так, эго поднялось. Все, сосите, блядь. Вот, потрошка взяли, все у нас есть, все великолепно, можно продолжать играть. Точнее, наверное, надо нам все-таки бензин-то найти для нашего джипа, для нашего Бигфута. Одно но, а я забыл, где он. Где мы его оставили? Где-то на том берегу явно. Но где бенз? Где искать? Что это, сука, за звук-то, блядь? Ну, кстати, бочка какая-то. А, это звук от этого, сука. Я думаю, что, блядь, шелестит? Это звук от этого луча. Это хуй с ним, с лучом-то. Вопрос на миллион. Где, блядь? Где бензин-то? Я даже вон проход нашел. Проезд, точнее. Как нам ехать? Может, вот здесь вот? Вон там досками что-то забито. В шахте какой-нибудь? Вот ну-ка, сейчас бы мне не помешал ломик. Ломик, блядь. Хай у тебя нахуй... О! У тебя ломик, блядь. Кончился бензин. Кончился бензин. Ну так мы, блядь, и без бензина сейчас тут... Подожди, тут же на Бигфуте-то я же не проеду, это точно. Как я предполагаю. Здесь, знаете... Вон бензин, блядь. Гляди-ка. Угу. Гляжу-ка. Как нам туда пройти? А, это я прихвачу. Да-да, прихвати. А как? Там глубоко хоть? Да не, не очень на самом деле. Да я туда падать вообще что-то не хочу. Не горю желанием. Может, здесь? Надо в какой-то... Стой, мы отсюда пришли, здесь завал. Может быть, наверх подняться? Как-то сверху пройти? Вот сюда, допустим. Или же телега какая-нибудь нам повстречается. Я очень... Во, блядь, точно, ну. Телегу мы сейчас под откос сбросим. Ну-ка, свали отсюда. Тут что такое? Ага, тут генератор.
Ну тут светло достаточно, да. Мы сейчас, наверное, толкаем туда. Так, схватить-то давай. А, это бочку схватить, я не хочу бочку хватать. А в бочку, господи, в бочку, нах, в горку. Все, пиздец, дотолкали. Куда, куда, куда? Блять, не падай с рельсов-то. А что делать-то? Схватить. А может ее надо разгрузить? Подожди-ка. Ну подожди, блядь. Она станет легче, блядь. И мы ее сможем в горку затолкать? Или нет? Да. Нет. Ну-ка сваливаем нахуй. А вот сейчас? А вот сейчас сможем. Вот, мы ее сейчас опрокинем и пройдем по ней. Что за нахуй? А, я в ней ехать, что ли, могу? Ёбаный рот. Ну-ка, давай, поехали. Да что ж ты, блядь? Потянуть. О, это была плохая идея, блядь. Нет, нормальная идея. Перелетели, как в Индиане Джонс. Вторая часть. Где Бенц-то? Вот Бенц. Ящик. Удобно. Бензин добыли. Сволочи прибежали. Это кто такие? Так, это... Эй, блядь, хорош нахуй, вы чё, блядь? Сука, ты чё делаешь-то? Импотент. Эй, бляха! Где? Вон он. Сука, он ещё прыгает. Мы таких много видели, когда... Да. Когда босса с сиськами королеву херачили, блядь. Все правильно? Все правильно идем вроде бы. Ну-ка залезай. Сюда? Сюда. Дальше куда? Хуй её знает. А куда действительно дальше-то? Ай, блядь, куда дальше-то идти? Они сюда-то не запрыгнут, я думаю. Тут ничего не по... Ага. Ёпта, тут он проход есть. Пиздец, вообще ничего не вижу. Тут аж какой-то трамплин. Или это... Хер узнает, что это такое. Ну, мы же, по сути, наверх сейчас выйдем. Да? Очень плохо, конечно, все видно. Еще одна телега. Бляха, сейчас еще на одной телеге поедем, точно. Ну-ка, поехали. А, она не действует. А почему? Странно. Странно. Я бы вот с удовольствием бы прокатился. Еще разик. Ага. А что такое? Почему телега-то, блядь, не действует? Ты должна же. Должна же тележка-то действовать, работать. Почему не работает-то? Или стоять, ее дотолкать, наверное, надо опять же, да? Ну-ка. Точно. Вот, сейчас мы его в горку запрем. Стой, только, блядь, не уезжай далеко. Эй, куда поехала? Стой, сука! Твою мать! Может, так и надо, конечно. На, давай. А, нет, гляди-ка, она тут останавливается. Соответственно, сейчас мы на ней перепрыгнем. Смею предположить. Так. Точно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Все? Все, отлично. Ха-ха, свинота тоже херачили. Захерачили. А он еще одна. Газим, газим на телеге. Может, мы прям к машине сейчас подъедем? Было бы... Вон тачка. Там два каких-то ханурика, блядь, стоят. Сейчас мы их ебнем. Давай-давай, перчатки-то хорош поправлять. Один готов. Второй. Казнем. Второй казнем. Тогда садимся... А, заливаем бензин. Сначала.
она ожила! И она ожила. Там кто-то еще был же. Кактусы пиздить можно? Можно. Вот. Сейчас херачим здесь. И где-то... Вот, еще я видел. Едем сюда. В тоннельчик какой-то очередной. Угу. Вершина дамбы. Следующий уровень называется. Вершина дамбы. Ничего нас тут ждет. Темно, между прочим. У меня есть зрение-то? Так, вот, свет в конце тоннеля. Давайте вот на сегодня и закончим. С Дюк Нюкемом. Покатались неплохо. Продолжим покатушки в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.